Парламентарии страны хотят внести изменения в избирательное законодательство. Для такого типа изменений обязательным элементом процедуры установлена рассылка законопроекта во все субъекты Российской Федерации. Законопроект разработан группой сенаторов и внесен в Государственную Думу 3 марта 2017 года. В чем суть изменений? Во-первых, законопроект предусматривает исключение 5-летнего срока образования избирательных участков и закрепление возможности пересмотра перечня и границ избирательных участков, в том числе в целях создания максимальных удобств для избирателей. Это может быть реализовано путем уменьшения максимальной численности избирателей на участке до 1500 человек. Во-вторых, в целях обеспечения гласности на выборах в органы государственной власти Российской Федерации, когда для одного кандидата избирательного объединения предоставляется крайне затруднительным направить наблюдателей на все избирательные участки, законопроект предусматривает возможность установления более либерального подхода к назначению наблюдателей на участки. В частности, могут быть исключены требования о заблаговременном направлении в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей и об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок. Также предлагается ввести новый механизм обеспечения реализации активного избирательного права и права на участие в референдуме граждан, которые будут в день голосования находиться вне места своего жительства. Так, избирателю может быть предоставлена возможность включения в список по месту нахождения на основании заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления, порядок обеспечения возможности голосования устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Данный механизм может применяться вместо досрочного голосования или открепительных удостоверений. В соответствии с правовыми позициями Конституционного суда Российской Федерации упрощаются требования к указанию адреса места жительства избирателя при поддержке выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Так, адрес места жительства может не содержать некоторых реквизитов в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала свое мнение по поводу законопроекта. Она считает, что изменения надо принять как можно раньше, чтобы ими можно было воспользоваться уже в предстоящую осеннюю выборную кампанию в единый день голосования. В целом законопроект направлен на либерализацию избирательного законодательства, на повышение доверия граждан к выборам, что будет, безусловно, повышать явку, и на обеспечение более прозрачной системы выборов и более легкой доступности граждан к системе выборов, а также усиление контроля гражданского общества за самим выборным процессом, прокомментировала Валентина Матвиенко. Заместитель председателя Народного собрания Карачаева-Черкесии Руслан Хабов отметил, что депутатам республики еще предстоит принять решение по обсуждению федерального законопроекта. Но уже сейчас понятно, что это абсолютно своевременные и правильные изменения, которые направлены на обеспечение наиболее благоприятных условий для реализации прав всех участников избирательного процесса. Противодействие терроризму и экстремизму по всем фронтам. Парламент и правительство Карачаева-Черкесии продолжают работу, направленную на профилактику и борьбу с одной из самых больших угроз современности. Противодействие ведется на всех уровнях. На 33-й сессии парламента депутаты рассмотрели законопроект, касающийся ответственности за административные нарушения в этом направлении и неисполнение требований компетентного органа, действующего в республике. С коллегами в окончательной редакции приняли закон о внесении изменений в закон об административных правонарушениях. Ну, одним из основных моментов, на мой взгляд, это усиление борьбы с терроризмом. Как вы знаете, в республике работает антитеррористическая комиссия по Карачаево-Черкесской республике. Значит, есть коллегиальный орган этой комиссии. Какое бы решение ни выносила комиссия, то есть коллегиальный орган комиссии, эти решения подлежат обязательному выполнению. Неисполнение или нарушение указанных решений влечет ответственность. В случае, если административная ответственность за указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть установлена законом субъекта Российской Федерации. В связи с этим было необходимо установить административную ответственность в законе Карачаево-Черкесской Республики об административных правонарушениях. Мы установили административную ответственность. Это на граждан от 2 до 5 тысяч рублей штраф. На должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме этого, значит, установили дисквалификацию до 1 года. И на юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 дней. Я считаю, это довольно серьезная мера ответственности.
И это позволит нам все-таки держать на контроле борьбу с этим злом, с терроризмом. Кроме этого, добавлю, что протокола будут составляться аппаратом, то есть должностными лицами аппарата этой комиссии, антитеррористической комиссии. А значит, рассматривать эти дела будут мировые судьи. То есть все в рамках закона. На сессии законопроект приняли во втором окончательном чтении с учетом подготовленных после первого чтения поправок. Важным событием 2017 года для нашего региона станут Дни Карачаева-Черкесии в Госдуме. В ноябре 2015 в Москве прошли Дни Республики в Совете Федерации. Тогда состоялось множество встреч на высшем уровне, заседания 5 комитетов, на которых были рассмотрены актуальные для республики и для других регионов темы, подняты проблемные вопросы, решение которых требовало содействия со стороны сенаторов Верхней Палаты. В результате удалось добиться принятия целого ряда решений. Увеличение сроков кредитования, установление предельного уровня софинансирования в зависимости от бюджетной минимальной обеспеченности, дополнительных дотаций. Проведение Дней Карачаева-Черкесии в Госдуме также дает региону возможность заявить о себе на федеральном уровне. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимризов поставил перед правительством и парламентом республики задачу проработать комплекс инициатив и вопросов от Карачаева-Черкесии, решение которых лежит в законодательной плоскости. Народное собрание планирует выступить с законодательной инициативой по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона о внесении изменений в статью 39 Земельного кодекса Российской Федерации. С пояснениями для коллег на 33-й сессии Народного собрания выступила председатель Комитета по аграрной политике Наталья Власенко. Проект федерального закона разработан с целью устранения противоречий между Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения, отметила депутат. На сегодняшний день в Земельном кодексе говорится о том, что гражданин, который имеет земельный участок в аренде более 3 лет и добросовестно его использовал, то он его может выкупить по договору купли-продажи без торгов. А в законе об обороте земель сельхозназначения говорится о том, что у нас наложен мораторий до 2052 года и что земли сельхозназначения не могут продаваться либо же передаваться в собственность. Поэтому мы выходим законодательная инициатива в Государственную Думу, чтобы убрать вот этот пробел. Изменения в законодательстве, на котором настаивают парламентарии, позволят сохранить земельный потенциал сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Важны для реализации федеральных и региональных программ, при этом без ограничения права частной собственности на участки из земель сельскохозяйственного назначения. Депутаты поддержали проект постановления парламента о законодательной инициативе.